Энергия солнца в образовательных целях. Ульяновская гимназия номер 1 стала третьей школой в стране, где установлены солнечные панели. В октябре прошлого года глава региона Сергей Морозов заключил соглашение с немецкими производителями оборудования для солнечной энергетики. Финансирует проект Германский институт Гёте. Это оборудование позволит ученикам школы, как говорится, на живых примерах изучать зеленую энергетику на примере солнечной генерации. Установленная мощность этого комплекта 1 кВт в час. Соответственно, понимая, что это больше обучающий демонстрационный проект, какой-то небольшие электрические приборы можно будет запитывать от этой установки. Принцип работы солнечной батареи прост. Она вырабатывает постоянный ток, который потом накапливается в аккумуляторах. Из аккумуляторов он поступает в инвертор, где преобразуется в переменный ток. И с помощью него уже можно будет зажечь лампочку или зарядить сотовый телефон. Стоимость комплекта из 4 панелей, инвертора и аккумуляторов составляет 1 миллион рублей. В едином комплексе с солнечными батареями будет работать обсерватория, которую установят до 1 сентября. И вместе с обсерваторией, я уже говорил, мы восстанавливаем, я бы сказал, создаем новый кабинет астрофизики. Новый современный цифровой кабинет астрофизики. И вот именно эта солнечная энергия, она придет в этот кабинет. Кстати, воспользоваться услугами астрофизической лаборатории смогут все талантливые школьники области. Двери гимназии для них открыты. А сам проект планирует тиражировать в других социальных спортивных учреждениях. Сейчас от них собирают заявки. Полный список составят к середине года. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.